Добрый день. Мы продолжаем рассматривать серию MS от компании GE. Это серия бюджетных магнитных кубов. И на этот раз у нас кубик 2 на 2. Общее впечатление о серии и о кубике 3 на 3 были в видео, которое было неделю назад. Кому интересно, посмотрите. Сегодня только 2 на 2 мы будем касаться. Единственное, что мы сравним размер боксов. Мы видим, что бокс разный, и для 2 на 2 бокс немножко поменьше. Соответственно, компания не поленилась и сделала для каждой головки свой отдельный бокс. Вот такой вот он. Посредственный бокс, если честно, не очень удобный. Давайте посмотрим инструкцию, которая здесь внутри. Ну и типовая инструкция для 2 на 2 от GE. Да, что можно заметить, если открыть бокс, да, пустой, то крышечку его перевешивает и он падает. Носить двушку в таком боксе с собой, ну, я бы точно не стал. Ну, а на полке стоять будет неплохо. От трешки бокс, кстати, тоже падает, хоть об этом я и не говорил. Сам кубик выполнен со стандартными цветами, стандартного размера, 50 мм, и все в нем хорошо и приятно. Выпускается он как в черном пластике, так и в цветном, белого нет. Я взял, естественно, в цветном. Вращение отличное. То есть вот этот кубик 2 на 2 из серии MS, это кубик, за который действительно не стыдно. Можно действительно сказать, что он один из лучших из бюджетного сегмента. Пластик глянцевый, ну, в основном он чуть-чуть совсем слегка матовый. Логотип такой же, как на трешке. И давайте сразу мешать. Мне кажется, что он даже потише, чем трешка из этой серии. Но вращение он как раз такой, какой мне нравится. Все прям хорошо, четко, легко вращается и очень хорошо контролируется. Я открутил практически 1000 сборок уже на этом кубике. Да, я как-то там не обновил рекордов в районе 5 секунд. Мое среднее время. Я не продвинутый сборщик 2 на 2, но мне этот кубик очень понравился. Понравился он больше, чем та же трешка из этой серии, которая, ну, неплохая, но без изюминки. Здесь же все хорошо. То есть, если вспоминать MGC, там UPO, то этот кубик мне нравится больше. Сейчас ко мне еще подъехали Yuxin Little Magic магнитный и Shengshou Mr. M. Ну, естественно, тоже магнитный. Вот с ними я еще посравниваю. Они только приехали, но первое впечатление пока тоже больше нравится MS. То есть среди вот всей вот эти братьи, да, ну, это мы еще посмотрим. Но MS, мне кажется, пока лидирует. Он самый приятный и самый четкий. Так, кубик, который действительно удался в серии MS от GE Mafang. А значит, молодцы. Давайте сделаем пару сборочек. А может быть и больше. То есть собираешь и не замечаешь. Он 50 сборок уже прошло. Просто хочется собирать. Смазывал я исключительно жидкой смазкой, использовал Мару. Ну, а собираю я Фридрихом с Артегой, самыми простыми алгоритмами, без CLL, без всего, ну, как умею. Мне просто пока хватает тех 5 секунд средних, что я владею, и, ну, всего просто не упомнить. И при желании это можно, конечно, легко превзойти. Но мне вполне комфортно собирать такими алгоритмами. За всю 1000 сборок у меня ни разу не флипнулся уголок на этой двушке. Что для двушки очень хороший показатель. Причем вспомним даже Valk 2, топовый куб. Он мне не понравился. То есть мне MS, бюджетка, нравится больше, чем Valk 2M от того же бренда, но из топового сегмента. Да, там сабренд другой, но смысл тот же.
И вот сейчас еще у меня стоит вопрос, приобретать ли MGC2 Elite. Вы же сделали свою топовую двушку, но она стоит дороже, чем их же топовая четверка из этой же серии MGC. То есть мы помним, пятерка, шестерка очень хорошие, и сейчас они мои основные. А четверка едет, и вот двушку я как-то смотрю, она дороже четверки, а в ней ничего. То есть это тот же Валк, только попроще. Да, там есть магниты в ребрах, если я не ошибаюсь, но никакой системы регулировки, ничего. Та же пирамидка от Мафанга, хоть там сменный магнит есть, хоть какая-то технология. Но за что двушка от MGC дороже четверки, я не понял. Может, просто сильно удешевили четверку? Не знаю. Ну, там разница в $1 буквально, но меня что-то это остановило. Причем MGC 2 Elite стоит, ну, в России, наверное, будет больше 1000, а это все-таки гораздо дешевле и гораздо приятнее и стабильно. То есть у меня полно топовых двушек. То есть мои любимые сейчас это VRM, Jean Lang, ну и Gun 251, я просто на нем остался. Не то чтобы он лучше всех, но просто у меня трешка Gun, Megaminx Gun. Почему бы и двушки не быть Gun, чтобы был одинаковый пластик. А так я не скажу, что он лучше, чем VRM и Jean Lang. И даже не скажу, что он лучше, чем вот это. Хотя, может быть, и лучше. Здесь иногда бывают какие-то такие небольшие локапы. Да, бывает. Но я, возможно, вот сейчас был. Возможно, к ним уже привык. Двушка, которой крутить приятно. Совершенно приятно. Неприятно только, когда выпадает копье. Это да. А так, если выбирать бюджетную двушку, то это, наверное, лучший вариант. То есть дешево, сердито, все, что нужно есть, и все четко. Даже на той же трешке какие-то там щелки были между пластинками. Ну, может, мне просто не повезло, но здесь все хорошо. У того же YJ, вот здесь вот острые такие вот пластинки, ну, как-то они прилегают не так, что можно вот слегка царапаться. Да, это мелочь, но из таких мелочей уже что-то складывается. Тот же MGC, кажется, уже слегка тяжеловат. А здесь, ну, просто хорошо и просто замечательно. И этот кубик я однозначно рекомендую всем, кто хочет взять двушку. Причем даже не только начинающим, но и тем, кто уже хорошо собирает 2 на 2. Возможно, он им понравится. У этого кубика нет недостатков. Возможно, можно было сделать цену еще ниже, но и так уже для этой цены это очень хорошее вращение. То есть у меня не возникло никаких проблем с этим кубиком. Нахвалил, перехвалил, достаточно. Но опять же, упаковочка тяжелая, из-за этого, возможно, кубик чуть дороже, чем должен быть. Но опять же, для такого вращения все достойно, все адекватно. И, вероятно, это изюминка как раз всей серии MS. Строение сравнивать даже не знаю с чем. Какой у него был бы прототип. ЧД — это слишком убогий куб от компании ЧИ. То есть сравнить с ним даже и не хочу. Не, для новичков он был бы, наверное, и нормальный, и неплохой, но, ну, совсем он вялый. То есть это понятно. Мы сравнивали там, где трешка была, Чименг с MS-3 на 3, там строение полностью переработано. Здесь я не удивлюсь, что тоже. Ну, достойное топовое вращение для кубика 2 на 2. Всем рекомендую. Абсолютно всем. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.